Основной целью проведения международной научно-практической конференции является уникальная возможность для всех участников получить новые сведения об актуальных вопросах молекулярной медицины, объединить опыт и знания международного медицинского сообщества. Повестка пленарного заседания конференции охватила наиболее важные аспекты современной лабораторной и клинической медицины. Отмечены достижения фундаментальной науки, которые дали мощный импульс развитию научных и практических исследований и внедрению передовых молекулярно-биологических технологий в медицинскую практику. Благодаря насыщенной программе конференции участники конференции получат не только фундаментальные новые знания, но и свежие инновационные идеи, а также, что очень важно, примеры их успешного внедрения достижений науки в клиническую работу практического здравоохранения. Особое внимание было уделено значимости данной конференции как эффективного инструмента для организации системного сотрудничества профессиональных сообществ, достижения конструктивного клинического и лабораторного консенсуса, а также определения парадигмы будущего технологического развития. На сегодняшний момент лабораторная диагностика является одной из самых динамично развивающихся направлений медицины. Без анализов, без результатов невозможно ни одно решение современного клинициста. Совместно с гостями и коллегами из Узбекистана и России мы обсуждаем самые интересные и острые темы лабораторной диагностики, диагностики новых инфекционных заболеваний, вакциноуправляемых инфекций. Темой обсуждения также стали генетика мультифакториальных заболеваний и развитие геномных технологий. Международная научно-практическая конференция играет важную роль в укреплении научно-практического сотрудничества в сфере здравоохранения и в конечном итоге способствует повышению качества медицинского обслуживания населения республики.